Чемпионка мира по классическому жиму штанги лежа усиленно готовится к новым соревнованиям. Студентка Дарья Эмиркина занимается пауэрлифтингом третий год. С выбором профессии 17-летняя спортсменка определилась сразу. Обладательница золотой медали мирового чемпионата сегодня учится на первом курсе университета. Дарья осваивает профессию тренера. Я хотела поступать на другую профессию, но выбрала спорт. Поступила на тренера. Рады были, конечно, все. Все поддерживали. Чувствовалась эта поддержка тренеров. Весь Казахстан как бы болел за нас, когда мы выступали. Мы хотим выиграть также дальше чемпионат мира. На следующий год также будет в Америке. Будет тоже чемпионат мира по жиму лежа. Мы хотим готовиться туда. Чемпионат Азии будет по классическому, наверное, трейборю. Будем готовиться туда, чтобы тоже на победу. The bar a lot less than the last girl that just went, absolutely. who was a lot shorter. Чемпионат мира проходил в американском Техасе. На World Classic Powerlifting съехались больше 700 спортсменов со всего мира. Сборную Казахстана представляли 25 человек. Пауэрлифтеры южного региона больше года готовились к чемпионату. Сегодня в спортивной школе награждают чемпионов. Мы к этому соревнованию готовились целый год. У нас подготовка шла очень хорошая. Спортшкола, областное управление во всем помогало. В поездках завоевать лицензию. Прежде чем выступать на Эмир, мы завоевали лицензию. Все сборные там, от области ездили на 3 чемпионата Казахстана, чтобы завоевать эти лицензии на чемпионат мира. Самый тяжелый момент было это выступление. Вот к чему год готовились, ну это психологически, там этот, как что получится, там соперников там изучали, там на каких соревнованиях они выступали, результаты смотрели. Все южноказахстанские спортсмены привезли из США 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы. В общекомандном зачете девушки-спортсменки до 18 лет заняли второе место чемпионата мира.